Ну что, господин Сафонов, добрались? Опять облажались, господин Сафонов. Я вас предупреждала, что это не представление. Я вам говорила, что к моей версии так легкомысленно относится. Ну что, господин Сафонов, облажались, как всегда. Господин Сафонов, что... Простите, сюда нельзя. Место преступления. Я знаю, что это место преступления. Я это знаю. Успокойтесь. Прекратите плакать. Ну что, господин Сафронов? Вот, пожалуйста, результат лежит на полу. Пропусти ее. Спасибо. Вас от труп не тошнит? А то, вы знаете, ваши женские штучки увидели и брык, а потом полдня вас откачивая, нос на это время нет. Покажи. О, а почему это не он? Почему это не я? На минуточку. Вы знаете, кто это? Да. Это Трепов. Агент Вениамина. Не густо. Ну, кое-что. Это Варвара Ивановна, да. Так вот, хочу вас предупредить. Да. Я не люблю, когда в моем расследовании участвуют посторонние. Я был категорически против, чтобы вы принимали участие в расследовании. Ну, Караев настоял. Вы опять не хотите, чтобы я вам помогала? Я не хочу, чтобы мне помогали посторонние. Ну, я понимаю. Но я согласился. Да. С одним условием. Я готов принимать все ваши предложения, версии, все, что угодно. Но никакого самостоятельного расследования. Это вам ясно? Если я не буду действовать самостоятельно, то я вам не смогу помочь. Вениамин, пойдемте, пожалуйста, не будем мешать ветеранам сыска. Что? Вениамин, а Трёпов, он ночевал в вашем номере? А, ну да. Ну, знаете ли, мы иногда так делаем, чтобы меня не беспокоили, я мог хоть немного отдохнуть. Да, мы меняемся, и я ночую в его номере. Иначе поклонницы, они просто сведут меня с ума. Им круглосуточно хочется поделиться со мной своими сюжетами. Но к вам это совершенно не относится, Варвара. Спасибо большое. А вы уверены, что хотели убить именно вас? Ну, как говорит Дементьев, это самая правдоподобная теория, которая у нас есть. Подождите, а кто такой Дементьев? Слушайте, вы что, даже детективов не читаете? В отличие от вас, Варвара Ивановна, у меня на это нет времени. Мне этого и в жизни хватает. Да, и я попрошу вас несколько дней не покидать город. Вы шутите? Я же только что сказал, меня здесь хотят убить. А Варвара Ивановна знает, у меня с чувством юмора плоховато. Только с юмором. Варвара Ивановна, но мы можем договориться, чтобы вам выделили охрану, но я не думаю, что преступник попробует повторить попытку. Ну хорошо, я останусь. Но лишь только потому, что я должен знать, кто пытался меня убить и кто убил моего агента. А не потому, что вы меня попросили. Ну и славно. Спасибо, Варвара Ивановна, что вы не покинули меня в столь сложный момент. Ой, нет, ну что вы, я с радостью поддерживаю вас в трудную минуту. Спасибо. Спасибо. Привет. Ты чего такое? Случилось что? Нашел на Лизиной страничке. Хвастает подругам.
Все гораздо серьезнее, чем ты думал. Ты подожди, не расстраивайся. Может, она еще... Знаешь, ты хоть увидеть ее можешь. А вы с Варварой Ивановной по скайпу общаетесь? Да нет, куда там. У нее Лиза, дом. Наверняка какое-нибудь расследование сейчас придумала. А вы тут другие фотки полистайте. Понимаете меня, да? Как никто. Ого! Вата на этих фотках такая офигенная. На каких фотках? На этих. Слушай, это немедленно надо удалить. Не дай бог, кто-нибудь увидит и что-нибудь подумает. Да ладно тебе, Бат, ты чего? Он такой интересный. Че ты такое говоришь? Расскажешь? Вечером. Сейчас мне надо в полицейский участок. Ну, раз Варвара Ивановна вам так необходима. А, простите, я сказал желательно. Но если вы это поняли как необходимо, я очень рад. Я тоже. Потому что вы понимаете, что Варвара Ивановна может помочь следствию. Главное, хочет помочь следствию. Я это знаю. Я иду к вам навстречу с условием, что и вы пойдете мне навстречу. Конечно. Так, перейдем к делу. Извините. Вам знаком этот человек? Да. Да, конечно. Он пытался меня убить. Я его очень хорошо запомнил. Вы раньше когда-нибудь с ним встречались? Нет. Я тоже нет. А как его фамилия? Вы знали, кто это? Ну, естественно. Герасюк. Герасюк? Местный сторож, сильно пьющий. Имел несколько судимостей, две сетки, ну, естественно, не за убийство. Ну, камеры наружного наблюдения гостиницы засекли его, когда он туда входил. Это для нас подозреваемый номер один. Объявили в розыск? Варвара Ивановна, ну что, нас совсем за идиотов держите? Конечно, объявили. Я просто контролирую. Да не надо контролировать. Хорошо, у меня воля людей, которые меня хорошо контролируют. Да. Когда вы последний раз видели Трёпова? Сразу после презентации. 7-8. Да, в 7 часов. А что вы делали потом? А потом мы с Вениамином были в ресторане допоздна. Да. Так что, как видите, у меня железное алиби. А во сколько совершено убийство? Между 9:30 и 10:00. Да слушайте, я помню, что в это время я заказывала вино по винной карте с терпким привкусом предстоящей ночи. Господин Караев, у вас есть что сказать следствию? Да, у нас есть что. Вениамин, письма. А, да. Письма. Были письма с угрозами, много писем. Вот я взял одно из них. Пожалуйста, извольте. Позвольте, я у себя это оставлю. Конечно, да. Да, у нас еще есть. Что-то у меня не связывается. Да? Ну что ж, в таком случае я с удовольствием послушаю вашу версию произошедшего. Слушайте, прекратите. Что? Я очень хорошо помню, что этот ваш следователь Демитев так говорит тем людям, которым не верят. Ну, простите, Варвара Ивановна, у меня это иногда бывает. Перехожу к самоцитированию. Да-да-да. Итак, все-таки, что за версия? Это не версия. Просто образ вот этого Герасюка, он не вяжется с теми письмами, которые вы получали. Это почему же? Ну, я не знаю, его образ жизни, понимаете, алкоголик. И не может так свихнуться на почве детектива. Ну, знаете, вот тут я, пожалуй, возражу. Неужели вы думаете, что такие люди, как вот этот вот Герасюк, не могут читать мои детективы? Да нет, пишете вы неплохо. Спасибо. Ну, знаете, этот человек, который писал вам письма, он ваше творчество знает практически наизусть. Здесь что-то личностное такое. Что ж, Варвара Ивановна, да? В таком случае... Что? Мне просто необходима ваша помощь. Сделайте милость, не откажите. Да, конечно, что угодно, пожалуйста. Вот вы так быстро соглашаетесь, еще не поняв, что я вам предлагаю? Что вы мне можете предложить? Варвара Ивановна, я прошу вас быть моей спутницей на приеме у замгубернатора.
Только в вашем обществе я могу почувствовать себя спокойно на этом ответственном мероприятии. Ведь вы же мой ангел-хранитель. Ты какой комплимент. Нет, это не комплимент, это буквально. Ведь вы же спасли мне жизнь, понимаете? И не только я один благодарен вам за это. Славненько. Ну, Вениамин, хорошо, я согласна. А вы так даже не пытаетесь сделать при вашей подагре. А вы что тут? Малый театр устроили? Варвара Ивановна, я пришлю за вами в машину. Не знаю, мне кажется, что что-то есть в этих письмах. Но я никак не могу понять, что. Надо как-то внимательнее посмотреть. Извините, мне нужен второй том. Попозже подойду. Да. У меня такое ощущение, что автор этих писем не столько знаком с произведениями этого Караева, а вот с его жизнью, понимаешь? Он ходит на презентацию, смотри, твоя презентация опять лучше, чем твоя книга. Это значит, он там был? Отличная версия. Вы предлагаете еще раз более внимательно посмотреть все видео? Ну да, но это же долго, часа два, наверное. Это вообще не займет времени. На самом деле, я уже нашел одну женщину, просто я не понимал, с чем это можно сопоставить. Я думаю, что... Вот. Ух ты, я ее тоже помню. Ну, да-да-да. Тём, отпечатай мне, а. Конечно. А, ой, я вижу, здравствуйте, Вениамин. О, Варвара Ивановна. Здравствуйте. Присаживайтесь. Может быть, кофейку? Не-не-не, что вы? Я по делу. Угу. Вот. А, да, я ее знаю. Знаете? Это Людмила Шишкина. Шишкина? Да. Много лет назад она работала в том издательстве, где впервые выпустили мои романы. Можете себе представить, она обвинила меня в плагиате. Да вы что? Да, и была в этом так маниакально настойчива, что ее просто уволили. Но вы-то понимаете, что я даже представления не имел, что она там что-то пишет. Она и пишет детективы. Пытается. Она неугомонная графоманка, которую, кстати, никто нигде не печатает. Mm-hmm. Почему на роль похитителей сюжетов она выбрала именно меня? У меня такое подозрение, что это она написала вам письма. Да нет, ну что вы. Письма написаны от мужского... Не разочаровывайте меня. Варвара Ивановна, ну точно, посыпаю голову пеплом. Это же элементарнейший способ замаскироваться. Конечно. Нам срочно нужно ее найти. Я сейчас буду уговаривать Сафронова это сделать. Варвара Ивановна? Да. Вы уверены, что именно Шишкина написала письма с угрозами? Не уверена, но ее проверить надо, потому что она очень часто мелькает на записях. Она часто посещает эти творческие вечера Караева. Ну, вы понимаете, что это только ваши домыслы? Да почему домыслы? Я же видела своими глазами, как она еле сдерживала вот этот вот гнев. Ее ж прямо всю крючку. Как вы не понимаете, что это совершенно не основание для розыска или ареста? Хорошо, а когда берется вот так портрет Караева, и вот так протыкает. Варвара Ивановна, да вы что, с ума сошли? Это документ государственный. Что вы творите? Напечатаете. Мой племянник на дарс повесил портрет Кинг-Конга и кидает в него стрелы. Мне что теперь, племянника или Кинг-Конга арестовывать? Да вы чего, не понимаете, что это абсолютно разные вещи? В общем, так. Когда у вас будет какая-нибудь вразумительная версия, вот тогда вы ко мне и придете. Хорошо, я вам добуду, извините, основание. Вот, вот добудете, тогда и приходите. Ну что я с этим теперь буду делать? Ну что, я вижу, даже ваши чары не помогли убедить Сафронова помогать нам. Ладно, тогда давайте теперь попробую я. Ой, сядьте. Сядьте, пожалуйста, и дайте мне секунду подумать. Так, а мы можем найти эту Шишкину и без него? И каким же образом? А вы сможете сегодня вечером устроить эту творческую встречу в магазине? Да. Шишкина сама к нам придет. Гениально. Так. Главное, чтобы меня не убили. Да ничего, я вас буду опять защищать. Я займусь организацией этой творческой встречи. Алло, Артем, это я. Mm-hmm.
Такая скукотища была в этот раз на презентации. Хорошо, что мы ушли. Да и вообще этот Караев бездарь. Его же никто не хотел печатать. Он же писал, как попало. Истории банальные, ни одной новой идеи. Вы знаете что? Он прочел мою рукопись. Да вы что? Рукописи, над которыми я работала не один год. И собиралась работать еще, потому что я очень ответственно отношусь к творчеству. И что вы думаете? Выходит его очередной роман. Удачный роман, между прочим. Где он украл все мои идеи. Ну, не совсем все, но самое главное. Даже образ Дементьева принадлежит мне. Да вы что, серьезно? Он даже имя почти скопировал. Мой главный герой – умный, талантливый, проницательный детектив Лаврентьев. Лаврентьев, Дементьев. Это же одно и то же. Да, вы разве не слышите? Нет, слышу. Но за это его надо было обязательно наказать. Вы же это сделали? Конечно. Пойдемте. Я вам все покажу и все расскажу. Вот это да. Вот это я понимаю. Вы поработали. Ой, это же надо. Это все так интересно. А это кто? Не знаю. К сожалению. Но думаю, что это фото очень важно для Караева. Да? А откуда оно у вас? На одной встрече я заметила, как Караев оставил свое портмоне. Я не могла этим не воспользоваться. Вы меня понимаете? Да, да, конечно. Я скопировала все бумаги, а фото пришлось взять. А потом я услышала, как Караев испуганно говорит Трёпову про эту пропавшую фотографию, о том, что теперь все всплывет и что кто-то все знает. Понимаете? Ну, тогда я подбросила фотографию обратно. Ну, отксерить все-таки успели. Ну да, 5 штук. Да вы что? Можно одну? Пожалуйста. Ну, возьмите. Спасибо. Спасибо большое. Это мне не надо. Держите. Диктофончик тоже уже можно отключить, правда? И вот что я вам скажу, уважаемые. Прекратите писать анонимки Караева. Варвара, ну послушайте меня. Никаких заявлений Караев на Шишкину не подавал. Я знаю, что он не подавал. Я подаю на Шишкину заявление. А вы-то при чем? А потому что я видела в ее руках и сама в своих руках держала вот такую вот огромную толстую папку со всевозможными вырезками, наблюдениями, зарисовками, с фотографиями. Варвара Ивановна, ну у каждого свое хобби. Это что? Вот вы, например, пытаетесь заниматься расследованием. Прыгаете на своего кумира. А человек собирает вырезки. Слушайте, не надо передергивать. А я ничего не передергиваю. Я не пытаюсь заниматься расследованием. Я расследую это дело. Ну, это вы так считаете. В отличие от вас. Ну, да. Естественно. Естественно. Но так вот, имейте в виду, вот эта папка и ваши подозрения совершенно не причина для ее ареста. Ну, мне кажется, что повод вам нет, неважно. А про фотографию вы выяснили. Какая это фотография? Что за фотография? Шишкина послала вот эту вот фотографию Караеву. Ничего. Про фотографии мне Караев не говорил. Он говорил только про письма. Я знаю, что он вам ничего не говорил, но это факт, который надо проверить. Правда же? А вы можете узнать, что это за фотография и кто на ней? Я постараюсь. Постарайтесь. Постараюсь. Да. До свидания. Всего хорошего. Не из полиции я. Какие у вас грязные методы? Ну, я вам доверилась. Ну, пожалуйста, я сказала, что я не из полиции. Я просто ищу истину. Вот и все. Караев вор. Вот вся истина. Что вам еще искать? Значит так. Ваши детективы похожи на караевские точно так же, как и любой другой детектив. Понятно? Чушь! Нет, не чушь. Чушь! Нет. Я найду способы! Чтобы наказать вас за ту помощь, которую вы оказываете таким подлецам, как Караев! Ну что, Варвара Ивановна, вы оказались правы.
Пробил я этого Дерзюка. Еще тот персонаж оказался. В общем, он несколько раз сидел, и все время явка с повинной. И улики против него, и вроде как у него и мотива нет, а явка с повинной, не поспоришь. А может быть такое, что он берет на себя чужую вину, берет за это деньги и сидит? Да запросто. Есть такие профессиональные заключенные. Их легко можно найти, если есть какие-то знакомые в ордере. Знаете, сколько они нам крови выпили? Вот так вот является с повинной. Доказать уже ничего нельзя, дел вести нельзя. На часы давит. Ой. Варвара Ивановна, он просыпается. Что делать-то? Коляску покачай. Качай, качай. Я качаю. Ты сильнее покачай. Не, я сильно качаю. А его не вырвет? Нет, не вырвет. У детей очень хорошие вестибулярные аппараты. Нет, вроде нормально, засыпает. Ага. Сергей Павлович, как хорошо, что я вас встретила. Я вам говорила, что Шишкина, она преступница, что она опасная. Она сейчас меня чуть не швырнула под машину. То же самое она с кем угодно может сделать. Ну, бог с ней. Как-то бог с ней. Я только что получил признание Герасюка. И что? Он сознался в том, что он убил Трёпова. Между прочим, он рассказал, что Караев в свое время украл его первый роман, чем сломал его жизнь. И когда у него подкатило, ну, как он говорит, он решил отомстить и случайно вместо Караева убил Трёпова. Как можно в это верить? Вы же сами, вы взрослый человек, вы должны понимать, что это неправдоподобно. Ну, это я понимаю. Ну, а куда я дену признание? Куда? А я узнала, куда вам эти признания можно делать. Знаете что? Да, я не буду говорить. Мне звонили из Москвы, звонил Болотников и сказал, что этот Герасюк, он профессиональный сидун, понимаете? Он уже несколько раз приходил и признавался в тех преступлениях, которые не совершал. И сидит, и получает за это деньги. Но это надо еще проверить. Так сколько я вам фактов дала? Почему же вы не проверяете? Я вам фотографию принесла. Вы фотографию, что вы можете сказать по поводу фотографии? Работа идет. Медленно. Как может, Варвара Ивановна, так и идет. Проходите. Это вы Трёпова ждете? Да. Я за него. А что с другом? Да так, случилось несчастье. Сколько он вам должен? 12 тысяч. Угу. Так, 10. 12. Слушай, а с машиной теперь что? А я ее вечером заберу. Куда было ехать? Третий гаражный кооператив на сигнале. Во сколько? Ну, давай часов 11. Лады? Ну, все. Все, пока. Вот что удалось, как говорит молодежь, нарыть. Анна Куницына, родом из этого города. Нашли ее? К сожалению, нет. 2 года назад ее сбила машина, машину тоже не удалось найти. Ну, такое бывает. Да, как всегда. Давайте сейчас не об этом. Да, действительно. Угу. Ну, что интересно, до возвращения суда она работала в издательстве «Арс». И что? Она работала в том издательстве, где Караев печатает свои романы? Вот именно. Так что считайте, что мы выиграли в лотерею. Ой. Что? Лотерея. Что? Господи, я чуть не забыла. Да нет, это у меня еще одно дело. Я побежала. А вы что, в лотерею играете? Ну и короче, Михалыч в последнее время ходил подавленный какой-то. Возможно, он мог с собой что-то сделать. Ну и правда мог. А с какой-то стати Михалыч ходил в последнее время подавленный? Ну, типа не везло ему в жизни. Да кому, Михалычу, что ли? Бабло выиграл и не везло? Откуда знаете, что выиграл? А кто выиграл? Ты выиграл? Не, я-то при чем? Так, смотри сюда. 27 числа этого месяца тобой получен выигрыш по лотерее. Вот смотри. Вот здесь твои паспортные данные, вот сумма, вот твоя подпись. Смотри, смотри. Да, мои, что такого? Мой билет, мой выигрыш. Твой билет? Слушай, пацан, ну ты вообще меня сейчас напрягаешь. А я когда напряженная, я злая. Ужасно. Михалыч, в последнее время все номера билетов записывал.
А сам билеты сохранял. И вот как раз выигрышного-то и нет. М? Где Михалыч? Убил Михалыча! У кого не убивал? И вообще, он говорил, что жизнь хочет начать с чистого листа. Сами позвоните, спросите у него. Ну вот давай телефон. Куда звонить? Пиши. Вот так бы и сразу. Молодец. Прошу. Добрый вечер. О, Варвара Ивановна, вы великолепны. Я не буду вам мешать. Да нет, ну что вы, мы уже закончили. Да, господин Караев продлил нам договор. Да. Правда, мы уже не рассчитывали. Но... Да, а почему? Трёпов. Трёпов. Что? Открыл собственное издательство и хотел печатать господина Караева напрямую. Ну, в общем, нам пора. Варвара Ивановна, спасибо. До свидания. Спасибо, что всего приехали. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Прошу вас. Да. Вы позволите? С удовольствием. Ужин губернатор. Ух ты, тут моя знакомая, я пойду поздороваюсь. Ну, терзайте художника. Ну, оставьте немножко на вечер, ладно? Извините, я на минутку. Варвара Ивановна, я так рада вас здесь видеть. Здравствуйте, Оксаночка, я тоже очень рада вас здесь видеть. А вы, я смотрю, с Караевым уже подружились? Да, очень быстро. Я уже на короткой ноге. Здорово. А не могли бы вы меня представить ему лично? Да, конечно. Только услуга за услугу. Слушай. Артем вас любит, вы же это знаете. Ой, да бросьте. Что любит? Ну как, вы же этим пользуетесь, правда? Очень по-журналистски. И вы очень хитрая, правда? Варвара Ивановна, мы с Артемом играем в эту игру уже очень много лет. Ах, это игра. И вы же понимаете, что я Артема не рассматриваю как своего молодого человека. Мне очень жаль, потому что у него очень большой нераскрытый потенциал. Очень жаль. Я вас познакомлю с Караевым. При одном условии. Вы с Артемом пойдете на свидание. И, наконец-то, на него посмотрите, как женщина смотрит на мужчину, а не так, как вы. Идет? Ух, Варвара Ивановна, у вас, как всегда, железная логика. Хорошо. Договорились. Договорились. Позже познакомлю. Да? Так а вы куда? Так я же сказала, на минуточку. Так вам туда. Нет, вы не знаете, он там. Нет, там только гостиничные номера. Так, вы выбирайте, а я с вашего позволения на секунду вас покину. Да, конечно. Здесь всего лишь одна уборная, и та на втором этаже. Здесь всего лишь одна уборная, и та на втором этаже. Ну все, я больше не могу ждать. Можно я на минутку заберу? Спасибо, Варвара Ивановна, я все почти потерял. Вас уже, наверное, замучили. Я привык. Позволите? Потанцевать? Давайте, с удовольствием. И пока вы еще не остыли от интервью, можно я задам один вопрос? Он просто безумно и любопытно. А вот вы в своем романе «Наш город» описываете так подробно, прям какие-то нюансы, такие мелкие детальки. Трудно себе представить, что вы здесь не были ни разу. Как такое получилось? Да, вы меня подловили, Варвара Ивановна, сознаюсь. Не сознавайтесь, как такое может быть? Понимаете, давным-давно, ну, как бы сказал классик в прошлой жизни, дама моего сердца была как раз родом из этого города. Что вы говорите? Да, и она... Так подробно мне его всегда описывала, что вот и создало впечатление, будто бы я был здесь. Она, наверное, очень сильно любила наш город, раз смогла такие тонкости передать. А как ее зовут? Фамилия? Я здесь почти всех знаю. Простите. Что?
пожалуйста. Что-то я устал сегодня. Очень тяжелый день. Правда? Я с вашего позволения пойду. Отдохните. За вами пришлют машину. Да не надо. Зачем? Чем беспокоились? Я сама как-нибудь. Варвара Ивановна, а Караев-то что, уходит? Вы же мне обещали. А что я сделаю? Устал человек? Варвара Ивановна, я на завтра обещала интервью сдать. Давайте догоним его. Странно. А куда это он, а? Свободен. Поехали. Оксана, вы за рулем? Ага, вот он. Ой, поехали за ним. Варвара Ивановна, куда ехать? За ним, Оксаночка, за ним. Только бы он нас не заметил. А куда это Караев направился? Вот эту номер надо узнать. Сказал, что пойдет в номер отдыхать, а сам куда-то рванул. Ага. Ой, а куда это мы приехали? Где это мы? Улица Сигнальная. Гаражи какие-то. Слушай, Оксана, так это же третий гаражный кооператив. Спасибо. Ну что, пойдемте? Нет, нет, сиди тихо. Что мы ему скажем? Как мы здесь оказались? Ну да. Так. Смотрите, там что-то в багажнике. Вижу. Давай, спасибо. А что это он делает? За руль садится. Так он же не водит машину. Надо срочно звонить Сафронову. Алло, это я. Да, я знаю, кто убийца. Подъезжайте к заброшенным гаражам, а мы будем следовать за ним. Вы только трубку не кладите. Да какого черта вы там делаете? Где вы вообще находитесь? В каких гаражей? Третий гаражный кооператив. Еду. Сергей Павлович, мы уже на пустыре старого общежития. Вы уже едете? Еду, еду. Наряд будет у вас через 3 минуты. Мне кажется, он собирается уничтожить Юлику. Я ему помешаю. Варвара, что вы делаете? Сажусь в машину. Не вздумайте этого делать. Уже в машине. Вы хотите немедленно? Не могу. Я ее закрыла. Зачем вы это сделали? А потому что страшно. Он рядом. Ой. Алло. Варвара, вы меня слышите? Да я слышу. Что происходит? Он... Ну говорите со мной. Он льет бензин на машину. Что-то случилось с Оксаной. А что случилось с Оксаной? Он куда-то дел Оксану. С вами еще и Оксана? Ну да. Вы обе сошли с ума. Я не знаю, что мне делать. Успокоиться. Да. И выйти из машины. Я не могу выйти, мне страшно. Так, рассказывайте, что происходит. Чего-то достает. Что достает? Ой, я, наверное, сейчас сгорю. Если не сгорите, я вас сам убью. Ой. Ой, господи. Варвара, спокойно, я рядом. Что же мне делать? Тут все полыхает. Я задыхаюсь. Стоять! Не двигаться! Варвара Ивановна, держитесь! Я уже бегу!
Варвару? Да. Ну, вы же мне обещали. Да, да. И когда обещала, вот так держала. Что? Давайте я отвезу вас домой. Да какой домой? Я же потерпевшая. Сейчас же в участок давать свидетельские показания. Ладно. Приведете себя в порядок и сразу в участок. Варвара Ивановна, это сенсация. Ой. Опа. А вот и ребята. Здравствуйте, Варвара Здравствуйте. Ивановна. Здрасте, а чего вы тут делаете? Привет. Да мы вот тебя решили встретить. Ой, спасибо большое. О, какая молодежь, да? Вот это да. Ну что, спасибо, что проводили. Пожалуйста. А вам спасибо, что встретили. Ну что, пойдем Идем. Домой? Пойдем. Ой, а кто у нас дома? Да там никого нет бы. Тебе показалось. Да что ты мне показалось? Свет только что зажегся и погас. Так, это же не ветка там, правда? Кого там балуйте. Нет. Я первый пойду. Да с какой-то стати вы не в мою надо со мной квартиру спорить. Пойдете первый. Вы ее только сразу не убивайте, ладно? Кого? Шишкину. Я теперь стала объектом ее террора. Слева у меня. Я бы хотел предложить тост за уникальные способности Варвары Ивановны, ой, ну благодаря которым она совершает настоящие подвиги. Ну тоже скажите подвиги. За вас, Варвара Ивановна. Спасибо большое. За вас, Варвара Ивановна. Покажите нам, пожалуйста, всю картину преступления. Ну ладно, ну что, прямо сейчас за столом будем... Очень интересно. Да что тут интересного-то? Мне этот Караев сразу не понравился, потому что он очень много врал. Я на это обратила внимание. Он говорит, что впервые в нашем городе. А на самом деле в его романе до мельчайших подробностей наш город описан. Ну, и я стала рассуждать. Ага, вот и размышляйте, размышляйте, Варвара Ивановна. А я буду заполнять. Притом я сегодня получил уже, наконец, чистосердечные признания Караева. Да, знаете, мне кажется, что он был влюблен в женщину из нашего города очень-очень сильно. Она бросила его, вернулась обратно сюда. Он за ней. Аня, я прошу тебя, выслушай меня. Я не изменял тебя, ты понимаешь? Я люблю тебя, Ань, ну не бросай, Аня, постой, вернись! Мы не могли найти улику 2 года, машину. И вот только благодаря Варваре Ивановне мы ее и нашли. Ура! 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 Этот Трёпов Караева этой машиной шантажировал, понимаете? Да, он его заставил передать авторские права на 2 года. В противном случае он грозился сообщить в полицию о смерти Анны Куницыной и предъявить в качестве доказательства автомобиль, на котором был совершен наезд. Ты этого хотел? Держи. Давно пора. Поздравляю с долгосрочным сотрудничеством. Караев не мог смириться с таким положением и подговорил Герасюка взять вину на себя. Между 9:30 вечера и 10. Да, это как раз в то время, когда он якобы вернулся из туалета на втором этаже. В общем, если б не Варвара Ивановна,
Нам бы было очень тяжело раскрыть это преступление. Я же не одна. Оксана мне помогала. Спасибо. Мне больно. За вас, Варвара Ивановна. За вас, Варвара Ивановна. Варвара Ивановна. Варвара Ивановна, я вас еще раз поздравляю, но, к сожалению, мне пора идти. Извините. Артем, меня проводишь? Конечно, проводит. Ой, и я, пожалуй, пойду. Да, пора мне тоже. Приглашение. Как, идете? Да, пора. Ну, уже поздно. До свидания. До свидания. Совсем ничего не поели? Варвара Ивановна, у вас прям талант влипать в разные ситуации. Это просто чисто человеческое любопытство. Нет, это не чисто человеческое, а любопытство какое-то у вас. А скажите, пожалуйста, вы сюда приехали только лишь потому, что в интернете фотографии мои увидели, да? Нет, я хочу... Хочу немножко пожить в этом городе и поохранять вас. Если, конечно, вы не против. Поохранять? Попробуйте. Поохранять.